Всем привет! В марте 2015 года я помню, сделал видеоролик, как смотреть флешки на виртуальной коробочке. Потому что порою, значит, просмотреть флешки на виртуальной коробочке при помощи стандартных настроек по типу, что вы отмечаете там галочкой, значит, включить контроллер USB и там выбираете один из пунктов и пытаетесь там запуститься и подключаете там флешку, не очень-то и получается. Вот есть такая интересная программка, она называется PLOP. При помощи этой программки, значит, вот такие вещи, как говорится, возможны. И об этом, значит, я рассказывал. Ну, ролик за это время просмотрело 1500 людей. Значит, там все-таки кое-кто что-то отсюда унес. Значит, так что же, значит, можно сделать и попробовать? Значит, этот файлик я по новой скачал вот сегодня с этого сайта. www.plopat. Ну вот видите, да? Просто можете зайти вот в plop.exec и скачать вот этот вот файлик. plop.exec ISO. Вот он. Он попросится, куда там сохранится, но я его уже скачал. Теперь посмотрим, что нужно делать дальше и какие, значит, нужно делать настройки. Ну вот, например, файлик. Значит, создаете новый. Ну, пишите, допустим, там USB. Выбираете, например, там Linux. Вперед. 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 И вот здесь указываете фиксированный размер. Потому что размер нам файлика вообще не нужен. Вот, убираете его вообще, уменьшаете до 4 мегабайт. Вот запомните этот важный момент. Создать. А теперь, значит, идем в настройки. Ну, система. Процессор, ну, даже могу и два процессора дать. Нагрузку могу уменьшить до 80. Дисплей, значит, могу там добавить. Носители. Значит, вот идем сюда, выбрать, и у меня, значит, в загрузках вот этот файлик сидит. Открываем его. А теперь, значит, дальше идем в USB. Итак, идем в настройки. Вот добавляем свою флешечку TDK, трансмедиа у меня подсоединена. И запускаем ее на виртуальной коробочке. Он сейчас подумает. А потом, вот видите, сам предложит, значит, откуда запуститься. Вот предлагает запуститься с SDB1, хотя можно и с SDB запуститься. Роли особо нет. Нажимаем Enter. Он сейчас поставит ядро. И будем надеяться, что флешка, значит, загрузится. Ну вот, я немножечко прерву сейчас, чтобы долго не ждать. Ну, сверим парольчик. И загрузимся с флешки. То есть вот таким вот образом. А вот флешка загрузилась. Ну что, значит, практически тут эластично все получается даже. Значит, можно запустить панелечку Planck. В менюшке, значит. А так практически, как видите,
Флешка грузится. А сам факт того, что значит, образ грузится с флешки, говорит о том, что, во-первых, образ был сделан правильный, и флешка, на флешку все записано правильно. Причем это моя сборка, не официальный образ Linux Mint 18.2, а это полностью моя настроенная сборка, там где-то там 3,8 гига на ней. Ну, как видите, она грузится. Значит, по опыту скажу так, что, допустим, мультизагрузочные сборки, которые содержат несколько операционных систем, я не разобрался, как их там подключать, они у меня не стартуют. Флешки проверял далеко не все, но, по крайней мере, на которые, как говорится, я записывал операционные системы, значит, с флешек, все это, как говорится, ну, нормально работает и стартует. Как же, значит, добраться, значит, и скачать этот хитренький файлик PLOP? Значит, я под видеороликом оставлю прямую ссылку, значит, на этот вот файлик, и, значит, практически вы его всегда, значит, сможете скачать вот с этой странички. Помните, PLOP exec ISA, вот, ISA файл, вот этот вот. Значит, вот практически и все. Значит, естественно, информация у меня это будет продублирована и в вишенке. Значит, в вишенке, значит, вот в поисковой строке просто-напросто берете, набираете PLOP, нажимаете поисковую строку. Ну, практически попадаете туда. Да. Это вот один вариант. А вот здесь. Да. И вот здесь, значит, можете скачать, значит, вот этот файлик. А это, значит, данные на веб-сайт. Ну, я могу еще и вот эту ссылочку поместить также. Значит, где это находится, сейчас покажу. Вишенки. У меня есть, значит, установки программ, графа установка виртуальной коробочки. И вот в виртуальной коробочке, значит, такая графа, виртуальная коробочка не видит USB в Ubuntu. Но вот в ней, как говорится, есть запись на мой видеоролик 2015 года. Вот я тут напишу 2015 год. Ну и свежий также возьму, значит, помещу. На 2017 год на видеоролик. То есть... не опускайте руки, значит, если у кого-то не получается подключить, стартовать флешку с виртуальной коробочки, то вот есть вот такой вот интересный способ. Поэтому, значит, вот я его вам рекомендую попробовать. У многих он должен, по идее, сработать. Ну ладно, значит, я желаю вам всего самого доброго и всяческих успехов. И до новых встреч!